Всем здравствуйте! Второй день кряду поклонники и коллеги Никиты Михалкова буквально места себе не находят из-за новостей о его госпитализации. Михалков оказался в больнице в крайне тяжелом состоянии, а по некоторой информации он даже находится в реанимационном отделении. Журналистка Ксения Собчак решила поразмышлять о том, какие последствия будут после ухода Никиты Сергеевича. И хотя Ксения Анатольевна во многом не разделяет взгляды Михалкова, она не может поспорить с тем, что он – культовая и очень важная личность. Собчак объясняет, будто Михалков – единственный человек, кто стал проводником в мир культуры для верхушки российской власти. Ксения размышляет, будто если его действительно не станет, то найти ему замену будет невозможно, ведь второго человека с такими же связями, познаниями и доверием властей в стране просто нет. Никита Сергеевич, единственный из всех деятелей культуры, имеет многолетний и прямой доступ. Для Путина, который раньше-то был занят более важными, по его мнению, делами, чем культура, Михалков и был культурой, от него он получал все новости этой сферы. Вся система выстроена сейчас под Никиту Сергеевича, во всех сферах, близкие ему люди. Его уход будет как оборвавшаяся жизнь Сталина для этой области, рассуждает Собчак. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока.